Приветствую, друзья. Сейчас разберем насос, посмотрим его, насколько он плачевный и можно ли его оживить. Так, приступим. Нужно открутить вот эти 4 винта шестигранником. Вот такие. Вот 4 винта вот эти открутили. Теперь надо отсоединить его. Так, надо чуть-чуть постучать его. Отошел. И отсюда снять его. Опа. Вот тут такая красота. Видим, да? Где четвертый? Окаменело. В общем, почистить его надо. Страшное дело. Стоял на системе, на простой железных труб. Он забитый полностью. Посмотрим, оживить сможем или нет. Надо так почистить полностью его. И вход вот этот. Вам не видно было. Опа. Так, все, насос сюда вытащили. Отделили эту часть. Это болт, откуда мы воздух убираем из насоса. Вода даже чуть-чуть есть. Вот этот вал мы, который вращаем отверткой. Вот видите. Друзья, ну короче, почистил я его. Посмотрите, какой он был чистый. Короче, очистителем карбюратора еще его почистил. До металла. Насквозь видно, бля. Видно, да, как почистился. Ну все, вот так. И теперь его собираем в обратном порядке. Вот как-то так пользуйтесь. Чистите свои циркуляционные насосы. Всем спасибо, подписываемся, ставим лайки.